Здравствуйте, в эфире телеканала Десна ТВ Новости, в студии работает Олег Соловьев. Главные темы сегодня. Официальное открытие велосипедного сезона. Чтобы мы смогли продвигать среди населения, которое любит кататься на велосипедах, какие-то основы безопасного движения. Смоленск-Атомэнергоремонт принимает участие в весенних городских субботниках. Мы сегодня убирали дорогу Бродвей, наша Н5. 11 апреля в Десногорске был официально открыт велосезон. Это ежегодное мероприятие становится долгожданным событием для велосипедистов разных возрастов и уровня подготовки. В этот раз участие в нем приняли более 50 человек, в том числе и представители велосообщества Сафоново, Дорогобужа и Вязьмы. Ездим, открываем, закрываем велосезоны в своем городе, вот решили приехать к вам сюда. Неделю назад узнали о том, что у вас проводится открытие велосезона, собрали делегацию из Вязьмы. Местом сбора стала площадь у памятника Ангел Мира. Здесь же можно было пройти бесплатный технический осмотр велосипеда, после чего отправиться в путь. Заезд проходил в форме парада. Участники в сопровождении сотрудников ГИБДД неспешно проехали по городскому маршруту около 10 километров. Вдохновителем мероприятия традиционно стал сотрудник Смоленской АЭС Дмитрий Якименко. Также по его инициативе в прошлом году была организована Ассоциация велосипедистов атомных городов. В нее уже входят 10 городов расположения атомных станций, а задачей организации стала пропаганда велосипедной культуры. Для того, чтобы мы смогли продвигать среди населения, которое любит кататься на велосипедах, какие-то основы безопасного движения велосипедистов. Что самое главное, чтобы меньше было травматизма на дороге. Мы с помощью нашей ассоциации делаем технические осмотры. Мы с помощью ассоциации подсказываем детям, как нужно правильно управлять велосипедом. В рамках ассоциации в течение апреля подобные велопарады проходят во всех атомных городах. А по окончании событий будет смонтирован большой отчетный фильм. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 79 сообщений о происшествиях, из них 9 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 81 административное правонарушение, в том числе 69 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека, за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к администрации. Административной ответственности привлечены 5 человек. Долгожданная весна – это еще и череда субботников, благодаря чему удается привести город в порядок после зимы. За лопаты и метлы берутся в том числе и сотрудники местных организаций. Так, 9 апреля свою лепту в общее дело внесла компания «Смоленск-Атомэнергоремонт». Уборка проводится планово, согласно плана города и постановления главы администрации. Мы сегодня убирали дорогу Бродвей, наша Н5. На уборку этого участка вышло более 60 сотрудников организации. Удалось прибрать как проезжую часть с помощью техники, так и привести в порядок пешеходные зоны. Коллектив продолжит субботник и в ближайшую пятницу в районе 3-й городской школы. В конце выпуска о погоде. 13 апреля в Десногорске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем +17, ночью +7. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч!